Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, что у меня там Беззубик принес? Рыбу. А я заказывал ему далеко не рыбу. Далеко, ребята, не рыбу. Так, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Ох ты, 225 миллионов рыбы. Замечательно. Так, парнишка, тебе надо дальше лететь. Так, что это у нас тут? А, это у нас новое событие началось. Это у нас новое событие началось. Ну что же. Так уж и быть. Поищем короны эти. Короны викингов. Так, дай яблоки, яблоки мне дай. Нет, дает мне руны. Ну и фиг с ним. Сейчас мы с тобой вытянем. Только не янтарь, пожалуйста, не надо янтарь. Именно он. Именно, друзья мои, ненужный янтарь выпадает. Так, ладно, смотрим, что здесь. Дай железо. Угу. Дадут тебе железо, потом подбегут и еще раз дадут. Они топовые награды никогда не дадут, ребята. Никогда. Что это за шлем этот? Дополнительный шлем. Не надо мне дополнительных шлемов, просто дайте мне топовую награду. Тут сейчас либо шестеренка выпадет, либо яйцо. Угу, шестереночка. Кто бы, друзья мои, блин, сомневался, что-то на пол упало. Ой, какая-то гадость лежит. Непонятно, и усами шевелит. Шучу. Это сейчас подумайте, мало ли чего. Так, давай тогда смотреть. Здесь у нас... Кревет получил уровень. А что если мы его... Блин, я не смогу прокачать. Или смогу? Не смогу. Кревет... Вот этого можно. Ё-моё, да куда такие ценники-то? Ну, твою налево. Не, таким макаром, ребят, я... Да я до посинения тут буду таким образом... Прокачивать этих драконов до 125 уровня, да, если мне не изменяет память. 125 уровень. Нужно, тем более 24, по-моему, 24 дракона должны быть прокачаны, чтобы я смог что-то здесь улучшить. Это разве справедливо, друзья мои? Это нисколечко несправедливо. Я бы даже сказал, это очень подленько. Очень подненько. Так, обучить. Иди обучайся. Лети. Пока у меня древесина есть, я вас всех отправлю обучаться. Если вы так хотите, конечно же. Два разика чик-чик и все. И моя рыба здесь закончилась. А ты что там стоишь, мелкий? Так, ну ладно. Давай отправим тогда Беззубика, наверное, на продолжение поисков. Тут сам понимаешь, без вариантов. Три награды. Кто-то говорил: Рэй, почему ты не отправляешь на три награды? Потому что не отправляю, ребят. Кстати, по поводу Громыли говорили, да, новый костюмчик. А как я костюм возьму ему? Это, наверное, нужно идти. Подожди, а где у нас костюмы? Черт, я не помню, ребята, где у нас... А что, тут задание есть новое, что ли? А, тьфу ты, задание новое, да-да-да. Пятно, бесплатно. Помнишь, мы с тобой где-то видели, можно было костюмы покупать за жетоны. Это у нас где, на рынке? Черт, хоть убей, не могу вспомнить. Вот представь, вообще просто отрубило, ребята. Я напрягаю мозги, а в мозгах пусто. Я помню, что мы могли как-то изменить ему костюм.
Но не могу вспомнить, где это находится. Прикинь, как обрубило, ребят. Просто как обрубило. Мы что-то брали, куда-то нажимали, и там костюм. Короче, мне попросили на Громле купить костюм или на кого-то лекаря. Или лежебоки, что-то такое. Вот, и говорят, типа, откроется новая ветка заданий. Я вот хотел сейчас проверить, но, как видишь, забыл. Забыл я, где эти костюмы, ребят, смотреть. Блин, дороже не придумаешь. Так, этого за рыбой отправили, а этих... Этих прокачаем дальше. О, этот уже в титан рвется. Я одобряю его стремление. Я одобряю его стремление. Так, ну... Древесина, древесина. Слушай, я же теперь могу забрать у этого? Могу. И отправим его за железом. Ну, нужно, ребята, железо. Древесина тоже нужна, но железо, по-моему, нужно больше. Опять 750. Так, у нас где-то кто-то за древесину любит путешествовать. А, этого мы уже отправили. Этот тоже у нас уже улетел. Ну чё? Улетел так улетел. Давай заберем с тобой загадочный пак. Так, там монеты. Древоруб, лаварык, костолом. Ну и сам видишь, тут немножко ресурсов. Так, давай посмотрим, события есть. Ух, ё-моё. Открыть. А это через один день, 18 часов. А, так это скоро кончится, через 22 часа. Ой, ребята, я, по-моему, не успел на это событие. Через 22 часа за... И оно длинное. Ну как длинное? За две заходки, я думаю, можно его пройти. За две заходочки. Но дело в том, что в принципе завтра можно пройти. Это во сколько? Под вечер получается. Я забуду, наверное, пройти под вечер-то. О, знакомые. Картина Репина. Знакомая, ребята. Сейчас мы будем бомбить. Первая волна будет жесткая, вторая волна будет мягкая. Это я помню. Блин, я не могу, ребят. Попил этого смузи, блин, фруктового. И теперь в горле как комок такой, знаешь, стоит. Ни туда, ни сюда. Мне это раздражает даже. Постоянно приходится так делать. Как старый дед. Так, а нет, слушай, здесь тоже у этого крепко. По здоровью все. Две волны крепышей. Я думаю, с ними разберемся. Давай, барсик. Еще сделаем понижение брони. Ну, он сопротивляется, но это бесполезно. Так, ребят, крутим колесо и забираем с тобой древесину. Вы бы рыбу так давали бы мне. Великолепно, как эту древесину. Слушай, зато тут 50 рун в карманчик положили. Вот это уже приятный бонус. Так, раз, два, три. В общем, загадочный пак будет наш. После того, как мы сразимся с этим, с мини-боссом. Так, волны первые, погнали. О, опять крепкий. Слушай, а с крепышом-то... Не хотелось бы мне здесь столкнуться. Так. А что такое? Что-то чересчур ты, пацан, крепкий. Эй. Прикинь. Блин, он еще и усиленную эту себе сделал. Ё-моё. Он себя усилил. Он взял, гаденыш, себя и усилил. Поехали. Все равно ведь запинаю. Запинаю за милую душу. Подожди, лучше, наверное, вот так вот сделать. Да, и... Хотел сказать, и добиваем. Нет, не добиваем. Ну, зато он промахнулся.
Так, и вот у нас тут злобный змеевик. Давай, наверное, хильнемся чуть-чуть, потому что здоровье у нас покоцанное чуть-чуть. Так. Лупанем. Кусанем. Промахнулся. Они очень часто стали промахиваться, я смотрю. Очень часто. Вперед и с песней. Опа. Плод мудрости. Слушай, ну хорошо. От плода мудрости я, ребят. Да что такое-то? Эй! От плода мудрости я еще никогда не отказывался. Так, поединок. Заберем с тобой 1400 тусклого янтаря. И, наверное, попробуем заказать. Кстати, сегодня нам уже нужно паки набить на арене. У нас вообще ни одного пака там нету. Поэтому я думаю, что будет справедливо, если мы с тобой сейчас после этого поединка пойдем забьем паки. Так, два дымодышащих. Пойду, наверное, вот с этого синего начну. Начну с синюхи. Так, Кривокук, ты, наверное, не добьешь, как всегда. О, молодец. Добил. Красавчик. Ну, что ты там пшикаешь, брыгаешь, дергаешься? Получи, распишись. Ну, что ты мне подкинешь? Рыбешку? 112 миллионов рыбы? Окей. Соглашусь, так уж и быть. А вот и тусклый янтарь, про который я тебе говорил. Значит, получается поединок и мини-босс, после которого забираем загадочный пак. Ну что, я готов, поехали. Я готов, поехали. Так, кто у нас там? Ага, Хайферсон. Тут уже, друзья, кстати, три волны будет. Так что... Ну, чё ты там? Кто там у нас на второй волне? Так, этого можно не трогать. Вот этого начну бомбить. Пока. Пастиголовый. Лаварык, лучше не лезь. Это сородич лаварыка, да? Получается. Сделай вот так вот. И вот так. Плюс укусик. Угу. Бомбическая сила, добиваем. Так, последняя волна. И здесь у нас кревет и шторморез. Естественно, кревет должен в первую очередь получить. На-на-на-на-на, успокойся, пацанчик, успокойся. Не надо буянить. Надо просто взять и сдаться речку на милость, вот и все. А он еще сопротивляется. Бубнит еще там что-то. Добивка. Крутим колесо и... Выпадает нам рыба. 75 миллионов. Мало, конечно. Что-то я, ребят, по-моему, объелся этой картошки фри. Купил тоже на свою голову фритюрницу, блин, и эту пиццемейкер. Теперь все, ребят. Сбрасывал, худел. И, по-моему, я уже обратно набрал все, что сбросил. Эй. Такой постоянно ем. Картошку фри много нельзя же, ребят. Я думаю, вы знаете, без меня это. А я каждый выходный в органе ее. Это для поджелудочного, во-первых, не очень хорошо. И, во-вторых, ребят, все-таки это канцерогены. Сам понимаешь, да? Картошка фри. Ой, картошка, жареная в масле, во фритюре. Да, это убийственная, конечно, доза. Но иногда хочется. Иногда, ребята, ну не каждый же день твою налево. Так что надо как-то... Блин, я уже, ребят, не могу уже есть эту гречку. Вот серьезно тебе говорю, я уже не могу эту гречку есть с картошкой и с этими салатами. Уже прям вот подташивает, ей-богу.
Хочется что-то какого-то вкусняшки, там, пирожные, я не знаю, там, пирожные, мороженое. Что-нибудь такое. Слушай, у нас здесь, ребят, Костолом и Ветрокрыл. Начну с Костолома, попробую сейчас его ушатать в первую очередь, а потом уже... Так, сюда. Добьешь? Красавчик. Потянул на добивку. Так, а вот у нас Ветрокрыл. Так, друзья, мы с собой купим сейчас на слепоту. И будем только в слепоту его запускать, потому что иначе нам здесь будет не сдобровать. А вот и слепота. На. Ишь, не теряет возможности, ребят, применить суперудар. Поэтому не зря я все-таки слепоту повесил. Как чувствовал, что будет какая-то гадость от него. Да, и он ее сделал. Правда, не попал, но все равно сделал же. Очередное наше колесо. И забираем мы здесь рыбу. Я понял. Так. Загадочный пак на базу. Теперь посчитаем. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Да, пять поединков, друзья мои. Что, вы забрали все сезонные награды? Начать сезон. Получить. Получить. Ну и нормально. Так, и награда 1. 120 железа. Тоже неплохо, на халяву, спасибо. Так, здесь у нас загадочный пак. Монетурин, понятно. Шторморез, лаварык, душитель. И все. И древесина. 361 миллион еще висит у меня. Так, здесь заберем награду. И 30 рун еще сверху. Прекрасно. Так, ну что, друзья, я хотел... Так, подожди секундочку. Заберем вот это вот. Ага, зеленая... Зеленая смерть уже ползает. Я хотел сказать, зеленая тень уже. Так, у нас тусклый янтарь. Нет, я не хочу вот это вот. Я хочу тусклый янтарь. Блестящий. Три штуки. Прекрасно. Так, куда рыбу потратить? Рыбу-то есть куда потратить, в принципе-то. Тысяча 650. А, я в шоке. Тысяча 650. Он требует, ребят. Он не просит, он требует у меня. Ну что, мои драконы, давай попробуем, знаешь что? Давай-ка мы... Даже не знаю. Давай возьмем Ветрокрыла. Ветрокрыла заберем с тобой. Тройного удара. И вот так вот. Да блин. Вот таким вот образом. Ну что, поехали. Попробуем с тобой забить три пака. Так, вот смотри внимательно. Я специально, ребята,
Думал, что они возьмут уровень пониже. Нифига, ребят. Как у них был 18 и 17, так он и остался. Так что... глупо. Глупо, ребят, полагаться на... ну, сейчас заколбасят. Они сейчас просто меня заколбасят здесь. Да. Давай это уберем. Ёпарасоты, все, ребят, это фиаско. Да, вот такие вот дела. Поэтому мне придется забирать моих драконов обратно. Так, снаряжаем. Снаряжаем. Угу, и снаряжаем. Вот так вот. Был, как говорится, экспериментальный бой. И он показал. Слушай, вообще все не так стоит. Вообще все не так стоит. Немножко так непривычно, Бартик у меня всегда стоял по центру. Давай сделаем так. Ушатает сейчас Барсика мне, по ходу дела. Черт, так непривычно, ребята. Надо поменять местами. Короче, вместо Барсика надо ставить Штормореза. Да? Получается так. А вместо Штормореза нужно ставить Кривоклыка. Короче, вот так вот. Кривоклык и Барсик. Так, подожди секундочку. Как у нас там было... твою налево. Так, Кривоклыга. Подожди, какой Кривоклык? Мне не Кривоклык, мне нужен Барсик. Так, снарядить. По-моему, сюда его нужно ставить. А Кривоклыка снаряжаем. Вроде бы вот так вот. По-моему, вот так вот должна у нас команда быть. Кстати, один пак, ребята, обычный мы с вами выудили. Обычный. Просто обычный пак. Ну вот, вот, команда в старом построении у нас стоит. Надо бомбить, наверное, этого. Или вообще хильнуться надо. Мне кажется, сейчас завалят. Да-да, скорее всего, бомбанут. Шлепки несчастные. Давай так. Да блин, надо было тогда этого бомбить. Черт подери. Это сейчас добьет. Это добьет мне.
Чепушила чертов. Но я здесь проиграл. Здесь я, к сожалению, проиграл. Пока думал, кого бомбить, кого не бомбить, все. Влетело мне. Алая плеть плюс древоруб, да? Надеюсь, я правильно тут приоритеты ставлю. Да офигеть можно, чё так... Чего так быстро расколба... Они сейчас уничтожат опять, что ли, его? Пипец. Просто трындец. Давай так вот они сделаем. А он сейчас суперудар, да? Мочканет. Ну, я так и думал. Что что-то в этом будет. Ну и вот тебе результат. Ну и атака у меня. А он сейчас суперудар сделает. Жестко бомбит. А мне не хватит буквально хода, друзья мои. А, все, на ничью вышли. Так, ребят, мы с вами накопили уже на поквожде. Крылатужас, Громоль, Древоруб, Кошмары Пристеглов, Шепот Смерти, Водорез, Экзотический Шепот Смерти и Ищейка. Так, давай вот это активируем и пойдем еще за двумя паками. Просто в шоке. Ну как так-то? Как так, друзья мои? Да, стареем, слабеем. Расписывает, кто не лень, а? Так, давай, поехали. Сюда начнем. Главное не давать им шанса поднять голову. Так, минус один. Сюда бомблю. Кусаю. Трать энергию, гаденыш. Сейчас этот-то потратит. Конечно, ребята. Конечно. Пипец Барсику. Шлепок несчастный. Сейчас добьет, да? Нет, этот добьет. Да ёпарс это, ну ч... Он поставил себе защиту, этот отхил. Давай так попробуем. Да ты запарил, а? Что он делает-то? Броню себе восстанавливает, что ли? Что-то его, ребят, по-моему, переклинило. Так, он на ничью, наверное, тянет. Друзья, он хочет, чтобы была ничья. Все. Да меня это запарило, если честно. Что тут такого случилось, что я не могу с этими хламонами даже выиграть? Очень интересно.
Так, значит, потом ходит у меня шторморез. И Барсик его добивает. Барсик его добивает. Сюда укус. Кому-то кранты. Нет, поживем. Вещи делает. А вот этот он каюк. Ну что он будет делать? Он пальцик это уничтожит, понятное дело. С выпендрежем сейчас таким, да? На. Ну что, очередной поединок. И здесь, слушай, почти как у меня. Только вместо змеевика у меня шторморез. Смотри, они все почему-то начали шторморезы бомбить. Все как один. Так, секунду. Я просто хотел через отхил его пустить. Ауч, чуть-чуть не хватило. Так, уклонение. Успеем ли мы сейчас? Я думаю, что успеем. Так, давай сюда такой. Барсик сюда же. Потом шторморез его, скорее всего, добьет. А, вот так сделаем. И остается лишь Барсик один. Он наш. Вот и все. Ну что, друзья мои, два обычных пака, и вот последний наш пак вождя. Давай открывать и смотреть. Шторморез, ужасное чудовище, костолом, душитель, громоль, парящий прихвостень. Так, стальной проныра и барсик, опять же, с вепрем. Да, друзья мои, как-то вот так вот сегодня у нас был поединок. Завтра попробуем с вами пройти полностью это событие. Я думаю, что у нас, в принципе, все шансы на это есть. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.